Лаос, Вьетнам, Пакистан. Премьер Госсовета КНР Ли Цян благополучно завершил серию рабочих поездок по странам Азии. Ряд важных переговоров он провел во Вьетнаме. В ходе встречи с премьер-министром республики Фам Минчинем Ли Цян заявил, что Китай поддерживает Вьетнам в его стремлении идти по пути социализма, который соответствует национальным условиям и интересам. Китай и Вьетнам должны дальше углублять сотрудничество по таким направлениям, как торговля, инвестиции, туризм, здравоохранение, борьба с последствиями стихийных бедствий и цифровая экономика. Нам следует общими усилиями расширить координацию и взаимодействие на многосторонних площадках. Фам Минчинь подтвердил, что Вьетнам готов сотрудничать с Китаем в сферах финансов и инвестиций, сельского хозяйства и транспорта, науки и техники, цифровой экономики и зеленого развития. Также страна намерена укреплять обмены с КНР в области образования и туризма. После переговоров глава китайского правительства вместе с вьетнамским коллегой принял участие в деловом форуме в Ханое. На встрече с представителями компаний двух стран премьеры подчеркнули, что взаимовыгодное сотрудничество будет активно развиваться. Они призвали бизнес-сообщество наращивать инвестиции в рамках сопряжения стратегии развития Китая и Вьетнама. Также в ходе визита Ли Цян встретился с председателем национального собрания Чан Тханьманом. Политики обсудили строительство китайско-вьетнамского сообщества «Единой судьбы» и совместное противостояние внешним вызовам.